На канале ТВ3 продолжается премьерный показ сериала «Агентство Око», и уже известно, чем закончится эта история. Как будет разворачиваться сюжет в новых сериях? 13 серия. В агентство приходит мужчина Юрий, рассказывает, что ищет брата-близнеца Антона, который пропадает уже не первый раз. Юра навещает пожилую мать и уже несколько месяцев приходит к ней каждый день. Он изображает то себя, то брата, но скоро у мамы юбилей. Она просит сыновей прийти на праздник вдвоем, и команда агентства Ока берется найти Антона. 14 серия. К Вике на улице обращается девушка, она плачет, просит позвонить куда-нибудь. Вскоре рядом с девушкой останавливается машина, и девушку насильно увозят. Вика пытается помешать, но получает удар в лицо. Машина уезжает, но на тротуаре остается кулон. Вика вместе с Никитой находят бордель, в который привел след кулона. Им удается спасти девочку, и теперь предстоит самое сложное – узнать хоть что-то о ней. 15 серия. К Никите по рекомендации приходит Григорий, он ищет свою супругу. На первый взгляд, детективам даже не за что зацепиться. У девушки золотая медаль, красный диплом и счастливый брак. Но однажды она выходит в магазин за хлебом и пропадает. Ни одна вещь в квартире Григория не дает информации. Вика пробует взять мужчину за руку, чтобы установить контакт с его женой, и впервые сталкивается с тем, что не чувствует никакой энергии, ни живой, ни мертвой. Заключительная 16 серия. Казарина сообщает детективам, что к ним обратился следователь Павел Антохин. Пропал его 12-летний сын. Возможно, он похищен. Антохин ведет дело о банде угонщиков, которая сейчас находится в следственном изоляторе. Сам Антохин приходить в агентство не собирается, поэтому Казарина и передала все детективам лично. Решено проникнуть в квартиру к следователю, чтобы узнать хоть что-то о пропавшем ребенке. Премьера заключительных серий состоится с 14 сентября на канале ТВ3. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.